Здравствуйте, друзья! Рад всех приветствовать в магазине Денди и на одноименном канале магазин Денди. Сегодня вот у меня в руках приставка Atari 7800 или 7800, как кому нравится. Давайте ее откроем, посмотрим, что за приставка. Да, она была в распаковке. С чем ее едят? Да, она была в распаковке, но мы так ее открыли, посмотрели и воткнули игру. Вот, давай смотреть. Вот сама консоль. Вообще 7800 это логическое продолжение приставок Atari 2600 и 5800, по-моему. Ну, 5800 была такая промежуточная, основная была 2600. Это была первая коммерчески успешная приставка на картриджах. Вот. И в Америке вообще слово Atari, это как у нас слово Dendy стало именем нарицательным. Значит, приставка Atari это вообще любая приставка, как бы. Слово Atari это просто как приставка ассоциировалась. Смотри-ка, пленочка. Да, это, да, она новая приставка-то. Вон, смотри, тут джойстики, все, вот абсолютно вот как замотано проволочками, так оно и есть. Новенькая такая, такую трудно найти. Тут документики, все у нее вот. Вот, ее уже собрались покупать, я говорю, товарищ, подожди немножко, мы снимем про нее ролик, а потом мы тебе ее отправим. Так, вот, давай. То есть вот эта приставка получается продана уже? Ну, практически да, он не оплачен еще. Блок питания, разъем интересный такой, вот знаешь, как внутри в плату в компьютере там втыкались вот такие вот, а здесь блок питания, давай вот его подсоединим вот сюда. Для него гнездо. Что еще? Здесь антенный разъем. Вот, вот только через антенну, больше никак. Давай его воткнем в розетку. Ну и давай сразу скажем, что картриджи для Atari 7800 у нас нет. Вот прямо для 7800 у нас нет. Приставка редкая, да. Вот. А 2600 картриджи у нас есть старые. Вот. Но они здесь полностью совместимы. Так, все. Мы найдем способ показать видеоряд игр, которые на нее выходили. Это сделаем при монтаже, но потому что других вариантов нет. Отметим то, что там есть встроенная игра. Одна. Вот здесь вот на коробочке написано, что у нее идет астероид. Вот, мы ее покажем. И приставка имеет обратную совместимость с Atari 2600, а вот как раз таки на Atari 2600 есть картриджи, которые можно показать. Так. Несколько игр. Включили. Так, ну, Asteroids это игра, которая встроена. Приставку. Включаем? Так, включаем, давай. Так, заголовок Asteroids. Asteroids это встроенная игра. Так, кнопка reset на экране. Да, меня сразу кто-то убил. В Double Dragon Battle Tots был космический уровень, где нужно было вот так вот на корабликах летать. И в конце было сражение с боссом. Под впечатлением от астероида сделан. Многие это отметили, когда мы шортс укладывали. Да, надо держаться на расстоянии от них, а то меня убивают. Бах. Ну, в общем, вот, как-то так. Да, но это не самая лучшая игра, это просто один из примеров, который в нее просто вшит. Давай, у нас есть несколько картриджей, кстати, от Atari 2006. Вот, давай попробуем, что-нибудь включим. Оп. Давай. Ну, давай по порядку. Первый это... Battlezone. Battlezone, про танки. Да, видимо, про танки, раз танк нарисован. Картридж вставляется картинкой от себя. Это точно? Ну, по-другому не вставишь. Давай, вот, вот так он просто не это, чисто механически не влезет. Забавное решение. Но этот картридж от Atari 2600, от старой. Да, да, да. Вот от 2600 у нас есть несколько штучек. Включаем. Так.
Поехали. Смотри-ка, изображение цветное. Ага. Ну, мельтешит, но немного, может, мы плохо настроили канал, тут все-таки через антенну. Так, а где враги? Смотри, танк едет. Даже да, гуси... на Денди не всегда такие игры были. Так, это, наверное, найдется. Враг повержен. Искать. Давай следующего. Вот он. Хм. Ну, как я понял, смысл просто взрывать танки и получать очки. Ну, конечно, видимо, да. Наверняка тут никаких боссов нету. Ну, вот мне так нравится, когда, когда все легко. Не надо думать. И думать не надо. Бомби все, что движется. Так, ну ладно, поездили танком. Давай дальше, что ли? Так, давай. А задний ход? А, и задний ход есть, смотри. Ну-ка. Вот, задний, видишь, гусеницы задом наперед и отдаляются. И вперед, и назад. Все, отъезжаем. Все, вырубаем. Так, в сторону. Следующая игра. Комбат. Комбат, битва. Что за битва, сейчас узнаем. Так. О, это предок танчиков. Судя по визуальному ряду, очень похоже, да? Слушай, кнопка Select, мы выбираем конфигурацию препятствий. А, это уровни. Уровни, да? Так. Эх, и звук. Ну, поехали. Типа танки так ездят. Ага. Так, поехали. Да, смысл управлен... игры на двоих, как я понимаю. Смотри, там есть другой танк. Да, второй танк стоит. Нам бы до него добраться и разбомбить его, наверное, да? Тут нет врагов, тут можно выбрать уровень, и есть один танк и второй танк. Кнопкой стреляем и перемещаемся. Это, а смотри, он отталкивается. А еще. Вот там как в Арканоиде, смотри, этот снаряд, он отталкивается от стенок. Рикошет получается. Рикошет. Ну, управление, конечно, тяжелое. По сравнению с тем, что в Денди. Ну это, ребят, 70-е годы, что вы хотели? Бомби. Попадешь? Нам поближе подъехать. Он пока тот не долетит. Так, промазал, что ли? Да. Так, он у меня не попадает. Почему ты в него не попадаешь? Ну-ка. Не знаю, от стенки если. Да. О, от стенки попадает. И смотри, прикольно. Слева вверху у тебя появился один балл. То есть тут просто играешь вдвоем. В принципе, за счет двух игроков играть в нее довольно-таки интересно могло бы быть. Здравствуйте. Какой следующий картридж? Так, комбат, поиграли в танчики. Freeway. Тут прям скриншот из игры, да, на картридже? Ну, видимо, да, да. Потому что вот на этот комбат там, ну, война какая-то идет, а на самом деле такие простенькие танчики. А здесь прямо, видимо... Так вот игра выглядит. Ну, конечно, ничего не понятно. Что-то такое, гонки, что ли? Давай узнаем. Activision, между прочим. Activision, да. Так, ну давай. А телевизор включить. Что-то появилось. Я сначала думал, может, азбуку Морзе изучать надо. Точка-тире какие-то. Так, во! Ну, переводить да. Этих курей через дорогу, чтобы тебя не задавили. Во. Так, одну перевели. Один балл. Смотри, а где там... счет? А где счет-то ведется? А сверху вон единичка, видишь? Вот ты сейчас перейдешь, а, и будет вон два. Меня отталкивает. Вот он. Два. Два. А есть еще один для второго игрока. Ну, тут тоже соревновательный элемент. А, справа элемент. Там, да. Смотри, разноцветные машинки, звук даже есть. А что будет, если его собьют? Давай его, чтобы а меня раздавили. Назад отталкивало. Вон, видишь, назад меня. И все. Ни кровища, ни кишков. Да вообще. Ох уж эти 70-е. Ну, как-то так. Ничего, прикольная игрушка. На реакцию. Ну да, кто, так, кто на, больше наберет очков. На хладнокровие, на реакцию. Да, на Atari 2600 было где разгуляться. Ребята знали, как ну, что, повеселиться. Было. Ну что ж, нормально. Давай смотреть. Опа. Так, Чоппер, следующий. Чоппер команд. Чоппер команд. Про вертолетики какие-то, самолетики.
Самолетики, машинки. Сейчас узнаем тоже. Жалко, нету картриджей. Так, не запустился. Так, это встроенная. Для 7800 жалко, нету. У тебя вообще их никогда не было? Или... Нет, нет, не было. Я не знал даже, что 7800 такая была. Дунули, и все, дунули, и все пошло. Так, что-то ничего не идет. Ну-ка. Ресет, да. Ресет нажимаешь, и пошло. Так. Да, вертолет. Да, да, да. Понеслась. Можно и в эту сторону летать, можно и в эту сторону летать. А машинки почему-то не подстреливает. А где воздушные цели? Вот они. Вот они. Видишь? Мельтешит немножко, да, настройка. Так, кто-то меня сбил. Так, ну ладно, что? Там, может, более крупные цели, конечно, будут. Но очки. До них я никак не долетаю. Я не знаю, есть ли тут босс. У меня такое ощущение, что... Тупо летать, вот так вот бомбить всю игру. Да, зарабатывать очки. Activision. Кто больше заработает? Да. Ну, если вы знаете, есть ли в этой игре босс, напишите в комментариях. А мы тем временем... Еще игрушечку. Да, давай сейчас запустим другую. Давай. Defender. Defender. Здесь уже Atari. Картинка это красивая. Да, своя игрушка. Ну. От Atari. Так, силуэт города. Так. Так. Самолетик. Шалит изображение. Пум. Так. Ну так себе управление. Вот с вертолетиком интереснее было. Здесь ну, люди старались, сделали, чё уж. Я никогда не говорю, что игра хорошая или плохая. Все равно какой-то труд приложен. Поверь просто мне, бывают плохие игры. Ну бывает, но просто есть получше и похуже. Как я сторонник того, чтобы двойки не ставить в школе. Так и здесь. Люди старались. Ладно, плохо старались, значит. Может, я плохо играю, не знаю. Короче, вот немножко игр поиграли. Астероидс, вот тут вот 5 игрушечек. Вот мы сейчас такие. Поиграли в игры, ну, для преимущественно, Atari 2600, да, 70-х годов. Вот многие дети, которые пишут в комментариях, они пишут, что я не понимаю, как вы можете играть в Денди или в Сегу, потому что графика ужасная, сейчас есть современные игры. И люди, многие им пишут, не понимают, ну как ты не можешь понять, там, этому в свое время там играли. Это 70-е годы, ребят, это да. Я еще маленьким мальчиком был. Ну вот чтобы понять этих детей, вы просто 10 лет, посмотрите на графику 70-х годов, вот вы можете в нее играть, вам вот, интересно было? А тогда это была PlayStation 5. Да, для того времени. Для того времени это вообще было супер, что к телевизору можно что-то еще подключать и самому управлять вот тем, что происходит на телевизоре. Давай на коробке покажем. Там ведь есть иллюстрации игр, которые на ней запускаются. Вот, например... Марио выходил. Марио Брос. Да. Ну, графика-то на самом деле такая прям 8-битная. Угу. Вот, но вот, блин, жалко, у нас нету картриджей. Но я думаю, мы какие-то вставки придумаем и в этот ролик... Да, ты, может, нарежешь что-нибудь и туда вставишь. Нарежу. Ну, здесь то же самое, по-моему. Здесь с обратной стороны.
Давай про джойстик расскажем. Он же не совсем обычный. Про джойстик? Давай. Так, ну второй мы не будем доставать. Вот джойстик такой. У него вот стик вот этот вот, которым нормально так легко управлять. А он можно откручивается. Его... Да. Можно взять и вывернуть его.
и уже классически управлять, как вот, вот как обычным джойстиком. Ну вот такой минимализм. Но мне кажется, это более позднее уже, потому что раньше на Atari же были рычаги. Да, мы видели Atari, с тобой. Atari, Rambo, там вот это вот. Главное в резьбу попасть. Вот, все, попали. А то она пластмассовая, мне все боюсь сломать. О, все. Интересно, а вот оригинальные картриджи, они тоже картинкой назад вставляются? Или погоди, там... оригинальный, это же оригинальный? Нет, это оригинальный, я имею в виду, это от 2600 Atari, а от 7800, да. Ну, может, кто-то знает, пусть напишет, потому что, не знаю, я ни разу не видел. У меня вот эти только были, больше я не видел от Atari картриджи. А что там в комплекте еще шло? Где? Помимо блока питания, да. Блок питания, два джойстика, все, антенны, кабель вот тут вот есть. Ну, инструкция. И, ну, мануал по астероиду, который в комплекте там, и инструкция какая-то. Нарисован как космический корабль прям летит. Да, астероиды похожи, а вот корабль не очень. Там такая галочка, треугольничек и все. Так, тут еще что-то, бумажка какая-то, это, видимо... Да, это чек, за сколько он был куплен когда-то, 149 Deutsche Mark, это марки, тут по-немецки все написано, скорее всего, 150 марок, это... Год не указан? Трудно сейчас. Год... Нет. Вот не... Да, 91 год, 8 марта 91 года. Все, гарантия вышла. Все, ну давай, это мы вот на место, как было. У тебя вообще никогда Atari в магазине не было? Вообще, вот я впервые в жизни держу. Я даже Rambo-то в руках толком не держал. Видел, вот так люди приносили. Можете отремонтировать? Я говорю, нет, наверное, вряд ли. Вот. Потому что там такой хлам был, там что-то изолента все перемотано, я не стал связываться. Вот. А нормальную приставку вот первый раз. Ни спектрумов не появлялось, ничего вот такого более древнего, чем никто не предлагает, не носят, не предлагают. И не спрашивают. Особо и не спрашивают. Вот как-то с поколения Дэнди вот пошло вот это вот. 8-битки. Потому что я Atari-то редко спрашиваю. Но были люди, которые хотели. Паш, ну что, в целом-то как у тебя впечатление от приставки? Слушай, это нормально. Поиграли как умели, показали, что могли. В принципе, ну так интересно. Так не особо трудно. Все. Так увлекательно, можно даже сказать. Жалко, мне, что мне картриджей больше, нету. Картриджей маловато, конечно. Ну вот мне через дорогу понравилось этих курей переводить. Ну, пока не забрали, играй. Наслаждайся. Нет уж. У меня много дел без этого. Вот. Ну что, спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях. Это помогает продвигать ролики. Правильно говоришь. Всем пока. Пока.